Надя, привет. Как дела? Всем привет. Друзья, я могу сказать, что сегодня свершилось чудо. Я снова с вами на связи. Спустя 2.5 недели после того, как мы приехали в Штаты, у меня наконец-то появился этот прекрасный девайс под названием iPhone 4. И мы его удачно подключили, также подключили мой iPad. Теперь любые средства коммуникации, скайпы, вайберы, контакты, все, что только можно придумать, доступно для вас 24 часа в сутки. Поэтому вот мы сейчас сидим в библиотеке вместе с кофе и, как приличные люди, отмечаем наши победы. О дополнительных победах расскажет Кирилл. Всем привет. Я, значит, погружаюсь в чтиво суперинтересной игры StarCraft. Кто не играл, правильно делает, что не играл, засасывает. Но я это дело оставил в прошлой жизни, в России. Сегодня мы достигли новой высоты, мы сегодня застраховались. Как это прекрасно звучит, мы застраховали нашу машину. А это значит, что все main things мы уже сделали. Значит, можно заняться отдыхом и такими вещами, как аквапарк, ну или съездить в Сан-Франциско. Вот эти, мы думаем, чем бы нам заняться, понимаете, да? Помогите нам, пожалуйста. А сейчас просто присылайте свои пожелания на www. Просто W. У вас двое W, да. Нам нужно наполниться кофе и желательно сном. Мы к вам присоединимся у вас вечером, а у нас завтра утром мы будем смотреть вместе с вами Лизу Бивер. Не забывайте.